Всем привет! Вы на канале CryptoBull. Здесь мы, как обычно, разговариваем про криптовалюту, про новые проекты, такие как ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня продолжим рассматривать такой проект, как Meteor. В прошлой части мы вкратце узнали, кто это вообще такие, чем они занимаются. Сегодня посмотрим саму платформу MeteorBet, токеномику проекта. Итак, токеномика проекта составляет всего 15 тысяч токенов Meteor. Это общее количество без чеканки. Оборотная подставка составляет 14,5 тысяч токенов. Бассейн MeteorBet составляет 25% со всех, то есть 3750 метеоров. Для команды выделено 3%, как мы видим, это 450 токенов. На маркетинг 10%, 1500 токенов. Софткап данной компании составляет 40 эфира. И хардкап составляет уже 75 эфира. По дорожной карте мы видим, что на данный момент идет ежемесячный конкурс ставок. А на конец мая 2021 года уже должно выйти мобильное приложение для Android и для iOS. На июнь 2021 года стратегическое партнерство, и в сентябре 2021 года уже планируется сам листинг компании. Итак, давайте немного посмотрим, что это вообще за платформа. Вот я перешел на meteorbet.org. Как мы видим, это действительно платформа ставок онлайн. Мы можем выбрать футбол, крикет, теннис, хоккей или волейбол. Выбираем, смотрим, какие текущие матчи ближайшие идут. Например, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль. Выбираем. Тут, как я понимаю, выбираем коэффициент ставок. Я данными ставками ни разу не занимался, так что вы переходите на сайт сам, ознакомливайтесь, изучайте. И только после этого решайте, стоит принимать участие или нет. Ну, на этом закончим обзор. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.